бережно, Жень, хорошо? Блин, руль вообще не повернул. Тихо-тихо, нет, не наклоняйся, блядь, блин, туда! Блин, так в том-то и дело, что я вообще не понимаю, вообще. Тихо, не надо так резко, Жень. Блядь, так вот, я ничего вот так не делаю, ты понимаешь, мне руль даже вот не выпрямить. Я тебя держу. Мне бы ручку какую, блядь. Ворота еще поменьше сделаю. Тебе говорю, это полная пизда. Что ты хочешь, блядь, а куда ты хочешь поехать? Скажи мне. Просто куда-нибудь, просто поехать и все. То есть, ну, на маленькой скорости научиться ездить. Короче, давай сейчас, знаешь, попробуем. Я, может, разочек пиздануть, что страшно. Я тебе скажу, сейчас пусти, пустишь. Я попробую все-таки порулить. Сука. Блин, я тебе говорю, такая ебаная хуйня вообще. Ну давай, давай. Я не ожидал, что это так сложно. Я, бля, я ездил на платформу, мне столб не нравится. Эвакуатор. Это вещи, которые мне не нравятся. Зашибенно едешь, Жень. Блять, не газуй, сука! Я не трогаю, Жень! Ничего, ничего, заебись! Охуенно! Блять, дай пять! Охуенно, сейчас все пойдет! Все, понял! Кстати, тебе говорю, только так это можно понять! Давай! Теперь давай в другую попробуй! Только нежно, Жень, там ближе к фишкам подъехал. Ты подходил остановиться, но не понял, как это сделать, кроме как... А ты ногами не достанешь, потому что... Я не достану ногами, я в том-то дело. Я вот не знаю, как мне, сука, трогать. Не резко! Ну давай! Я в тебя верю, Жень! Не резко! Спокойно делай! Женя! Жень, стой! Не надо! О! Шедевральный! Давай, давай, давай! Жень, обратно теперь! На ходу! Обратно! Не трогай нихуя! Едь обратно, давай, перелезай! Перелезай, говорю, обратно, придурок! Блять, обратно! Не надо это делать! Спокойно, едь дальше, перелезай, Жень! Зачем ты такой жестокий? За что ты его? За что? Обратно перелезь, надо еще подумать. Прямую выходи. Во, вот так! Так! Замечательно! Ну, давай! Да, Женя, заебись! Подножку упрись! Блять, Женя, в подножку! Жень, это ты жопы сломал? Да подножка правая, о, левая. Да. Может, именно этого не хватает твоей задницы? Да заебись, сервер. Выдвини подножку. Давай, перелезай, я тебя снимаю. Подножку убрись. Хороший, хороший, Женя. Только не резко, я тебя прошу. Только не резко, Жень! Руку правую! И все было хорошо на самом деле. Давай еще, еще. Блин, вот так, причем едешь передом, скорости не чувствуешь, задом. Пиздец, кажется, ебашишь стольник. Ты медленно ехал. А? Ты сейчас медленно ехал, очень хорошо. Я имею в виду именно здорово, что медленно, ты как раз баланс держал. Ощущение, когда перелезаешь, не сравнится ни с чем. Я, блядь, давно уже такого не испытывал. Да, ощущение такое где-то... Такое очко, блядь, просто... блядь! А ты попробуй что-нибудь перекусить в этот момент жопой. Блядь. Я пробовал, одной рукой пизда тяжело. Короче, давай подрочимся немного. Просто мне кажется, только так можно научиться. Именно дрочкой. Я думаю, что ты не прав, кстати.